Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» продолжают мониторинг цен на продукты из так называемого «борщевого набора» в магазинах муниципалитета. В ходе очередного рейда партийцы проверили 3 супермаркета, в одном из которых были выявлены нарушения масочного режима и других санитарных правил. Кроме того, администратор магазина отказалась предоставить мониторинговой группе требуемые документы. Местное отделение «Единой России» готовит обращение в Роспотребнадзор для инициирования проверки.